25 и 26 августа в Москве проходил 5-й форум городов атомной энергетики и промышленности. Накануне встречи в Десногорске состоялось собрание городского конгресса, на котором обсуждалась повестка предстоящего форума. Социальное и культурное развитие атомных городов всегда выделялось на фоне других городов в регионе. Не является исключением из этого правила и Десногорск. Кроме соглашения между Росатомом и администрацией Смоленской области, по которому из бюджета региона за счет налоговых отчислений Росатома обеспечивается развитие Десногорска, Смоленская атомная электростанция ежегодно оказывает дополнительную финансовую поддержку городу. Но между тем, все атомграды страны сталкиваются с определенными трудностями, решить которые может только федеральное вмешательство. А проблем в городе все больше и больше. Инфраструктура у нас стареет. Потому что время. Город вроде бы, наверное, и молодой, по меркам Смоленской области, более чем молодой. С точки зрения инженерных сетей и их состояния, уже до предела возможно работать. Городам должна предоставлена быть возможность наполнять бюджет, по сути, зарабатывать деньги, именно возможность. Среди важнейших проблем, которые станут перед городом в ближайшее время, необходимость в обновлении инфраструктуры и сферы ЖКХ, здравоохранения и образования, создание более комфортных условий для жизни. Более того, последствия демографического кризиса могут сказаться на обеспеченность кадрами. Ведь до 2030 года только концерн «Росэнергоатом» планирует набрать на свои объекты около 8 тысяч молодых специалистов. Население стареет, молодежи у нас все меньше становится, это факт. И причем молодежь для своей работы все реже и реже выбирает удаленные уголки для своей работы. От тех центров, где в первую очередь они учились. И, в общем-то, прогноз такой-то, эти вот сложности эти будут нарастать. Модернизации требует и сфера образования. По словам Александра Новикова, главная проблема всех местных школ – старение педагогического состава и нехватка молодых специалистов. Очень важная проблема для нас сегодня – это дефицит педагогических кадров. За последние 5 лет численность педагогического состава снизилась практически на 20%. Увеличивается средний возраст учителей. Состав возрастной группы от 41 до 50 лет и выше увеличился на 7%. На заседании присутствовал сенатор Российской Федерации от Смоленской области Сергей Леонов. По его мнению, получить максимальную продуктивность и отдачу на производстве можно только обеспечив специалистов всем необходимым для жизни. Будущего Десногорска, по-моему, зависит будущее всей Смоленской области, атомной энергетики и будущее Российской Федерации. И, конечно, атомная энергетика – это, безусловно, одна из самых важных стратегических отраслей промышленности, отраслей Российской Федерации. В целом, те люди, которые работают и посвятили свою жизнь атомной энергетике, они, конечно, должны жить в комфортных условиях. На основе представленных данных и их анализе была сформулирована резолюция – обращение к власти о необходимости федерального участия в судьбе муниципалитета. На заседании Конгресса присутствовали представители предприятий «Контура Росатома», общественных организаций, профессиональных сообществ, которые приняли все положения резолюции. Данный документ в Москву на форум передали глава Десногорска Андрей Шубин и его заместитель Александр Новиков. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.